В Люберцах продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Для удобства жителей в округе открываются дополнительные прививочные пункты. Один из них разместился на базе клуба «Активное долголетие». Там работали мои коллеги. Теперь в клубе «Активное долголетие» можно не только интересно провести досуг, но и защитить свое здоровье. Каждый четверг с 10 до 12 часов здесь работает пункт вакцинации от COVID-19. Очередной прививочный день. При входе уже очередь. Я считаю, что нужно обязательно делать прививку. Те, кто не хотят, они себя не берегут, и других тоже. Новость об открытии еще одного пункта вакцинации жительница Люберец Яна Слюсарева приняла с радостью. Клуб «Активное долголетие» в нескольких шагах от ее дома. Чуть позже пенсионерка придет сюда уже в качестве подопечного. Как сделаю прививку, все уляжется, тогда можно будет уже подключиться к активному долголетию. Перед уколом пациентку осмотрел врач-терапевт. Причин откладывать прививку не оказалось. Здесь памятка о побочных действиях и рекомендации, если вдруг они развились. Если эти побочные действия больше 3 дней, в поликлинику к терапевту на прием. Проходите на вакцинацию, пожалуйста. Первый шаг к активному долголетию сделан. Прививка есть. Через 3 недели предстоит второй этап вакцинации. Очень хорошо. Даже не просто вначале нервничаешь, думаю, сейчас вот уколят. Ничего не прочувствовала. Запись на прививку в клубе «Активное долголетие» не нужна. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пройти вакцинацию могут все желающие от 18 лет и старше. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.